На альфаре, я не понял. Все, запись пошла. В смысле, шутите. Что-то изменилось? Что-то изменилось? Не знаю, но пошли какие-то мемчики, в которых ключевым моментом является то, что типа весь альфа-легион состоит из одного альфария. Блять, это вообще масса тысячелетия, блять. Ой, ё-моё. Миша, хочешь быть маленьким? Да, я буду маленьким и очень злым. Давай. Я могу тоже поменяться с кем угодно. А я могу поменяться только с Мишей. Гош, ты не хочешь со мной поменяться? Я на Кайле вообще не умею играть. Да я умею, что ли? Ну давай. Я бы с вами поменялся, но не могу, сами понимаете. Может быть, ты хочешь? А у меня оказывается скин на Кайле. Давай. Ништяк. Прикиньте, у меня скин есть на Кайле полицейский. Откуда он, у меня не знает, да? Вот. Так, окей, окей, окей. Он был бесплатный, вроде бы, нет, разы? Ну чё, Миша, давай задавим противника нашим якутским жиром, вскормленным на оленях. Жир! Да! Как-то не очень воодушевленно. Жир! Тони, мы победили! Мясо, 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 мясо! Время шаурмы. Батареи отключили, и ты улеглась сбоку от ноутбука, чтобы тебе дул горячий поток, да? Ну, блядь, ищу да. Кошки. Хитрая кошка, а? Кругом эти вонючие создания. Всё в хозяина. Ипо, как хорошо после стадиона сидеть и ничего не делать. Ты бегаешь? А знаешь, если ты не ходил на стадион, ты бы все время сидел и ничего не делал. Тебе я бы не... Но я бы не получал от этого такое удовольствие. Он ползает и клацает. Дурак ты, блядь, Алёшка. А вообще... Надо, просто надо, потому что... Потому что это полезно для здоровья. Алёшка. Какой ты старый. Да. Илюха, мы не молодеем, ты еще старее меня. Да я хотя бы смеялся с этим. А мне еще не надо с этим смиряться, я могу еще над этим работать. Над чем? Над старостью? Над да. Здоровьем своим, которое стремится к старости. Ну ты молодее не станешь. Сам же сказал. Он хочет попробовать. Но он хочет попробовать не умереть в корчах. Ничего у него не убьет. А что не так в корчах? Не верь в меня. В корчах больно. Не верь в меня, верь в мою веру в меня. Ой, еще один милый. У тебя магма разлилась. И раскаляет пол. Нет, это просто у меня стул потек от бомбящего пукана, когда Миша таки вышел из кабинетки. Ты читал, что Лин выложил про бугурт кольца всевласти? Про бугурт кольца всевласти? Нет. У Лина на стене почитает. Он такой пиздец, я вчера просто плакал. Я вчера как-то не уследил, окей, надо почитать будет. Данил, ты не грузишься. Кстати, я тебя только знаю. Ждем. Я не знаю, что он вышел, блядь, этот психованный хер. Ну, ладно, сам пусть как хочет. Даже ничего никому не сказал, блин. Знаешь, сказал, он предупреждал. Он говорил. Знаете, почему у меня был? Он предупреждал, я в игру год назад пришел, он предупреждал, что он уйдет. Вот видишь. Это, так знаете, почему у меня бугурт из этого? Ну. Потому что на данный момент в кузнице специально для него делаются боеприпасы. Мы возьмем их, заберем, в чем проблема? Слава богу, а, отличный, кстати, повод написать ему и спросить, так ты вернешься или куда мне гранатомет твой девать? Я возьму. Я себе на руку присобачу этот гранатомет. Куда деть какие-то шмотки, тем более с нашего сопротивления? На это всегда под найдется. Подствольный гранатомет будет. А, ребята. Подручный гранатомет. Не, о своем. Да мы там в кабинетку играем еще, Миша. Кабинетка? Что такое кабинетка? Текстовые RPG-шки. Мы пишем, какие мы охуенные. Ну это Гоша пишет, а мы главный говорит, да. Нет, какие мы охуенные пишет Гоша, а остальные в основном пишут как у всякую хуйню. Я пишу, какой я охуенный, не надо. Пиздец, блядь. Я бы сейчас тебе за всякую хуйню за это. Не-не-не, ладно. Люха, мы с тобой пишем охуенную хуйню. Да хуевую хуйню пишете. Читал я вас. Сразу это, да, почувствовал разницу, да?
Но Миша так не пишет. В смысле, ну, другой Миша. Да. Не ты. Тот Миша тебе? Вообще нихера не пишет. Блин. Они тебе изменяют. Другим Мишей. Все вообще. Даня, что ты так долго загружаешься? Выкинь свой калькулятор. Я не знаю. Купи мне новый калькулятор сначала. Умника, блин. Еще год тебе терпеть мой калькулятор. А что будет через год? Через год я перееду и буду себе уже собирать именно этот стационарник. А ноутбук отдам матери, все по договоренности. Ты куда хочешь переехать? Да в Подмосковье, братан. Нет, я про то, что ты хочешь к родичам на хату переехать? Не-не-не-не-не-не-не, ни в коем случае. Я же буду служивым, и у меня будет как бы это, служебная квартира. Ага. Тады норм. Вот, ни в коем случае, братан. Ты что, это давно обговаривалось? Нет, я давно... в смысле спрашиваю тебя. Блядь, ну 50%. Ребята, у меня все еще ноды отображаются. У всех по нулям. То есть я не знаю почему. А все нормально. Видишь, он финальный босс. Да, я должен самым последним прогружаться. Да, и мы так и так его будем ждать. Вот, спасибо. Он должен быть розовой раскраски, судя по темпу. Гоша меня выручил. Спасибо, Гоша. А Илюха нахуй идет. Понял, да? Ура, меня не послали. Я сейчас туда схожу и просто не буду оттуда уходить, чтобы сразу это я здесь. Я здесь, да? Здесь очень хорошо и неплохо, да? Тепло и влажно. Ты типа предлагаешь к нему сходить, что ли? Да до него далеко. А идите-ка вы ко мне. Какая классная у Физа уточка. Уточка? Да. Это выдавалось тем, кто покупал скины эти, пляжная вечеринка. А я думал, кто взад долбится. Какая связь? Я просто, подожди. Ты вот сегодняшнюю шутку, да, продолжил, которую ты в чатик, да? Нет. Бросил вот это вот, я даже не понял. То есть я такое сначала читаю, потом я думаю, зачем? Что зачем? Это не смешно было, это было вообще никак. То есть зачем? Обидно, что ли? Не обидно, это было просто не смешно. А-а-а. Че там Гоша пытается шутить про жопотрах? Да. Что может быть хуже чашки чая? Гмоебли. А и правда. Дашка, это из-за тебя плохо прогружается ноут, да? А, тебя уже не видит. Ты виноват-то, да, Кися? А что делаем, ребята? О! Ой, чуть улетел! О! А, нашел. Господи, понимаю, я не знаю, что такое за байда, у меня все еще у всех 0%. Сколько у меня процентов, ребят? Да, мы уже в игре. Ну, ты остановишься на 50. Я так думаю, можешь мне перезайти? Не надо. Тогда подать. Помогите это развидеть. Что сделать? Ой, я выжил. Ты навидел свой скилл? Уполз. Ишь ты, как мы их, а? Распихали. Вчетвером. Второй раунд. Угу. В общем, ты, Данил, не нужен. Как обычно. Я все слышу. Я хотел, чтобы ты услышал. Я могу погромче сказать, если вдруг не расслышал. Нет, я слышу все громко и отчетливо. Это вы меня плохо слышите, я тебя хорошо слышу. Ну, кстати, у Беспика сегодня день рождения. Паша, ему что-нибудь подарил? Нет. Ох. Держись. У меня маны нет. Закончился.
Ну, я ничего не могу сделать. Нужно качаться. Ой. Один шесть. Миша умер. Миша. Ну и что? Чё это за байда? За байда начинаем. Ну перезайди уже, быстрее перезайди. Я уже перезахожу. Ух ты. О, блядь, меня зашедаунили, сучки. Да. Не успел тебя его тормознуть. Ой. Ничего, я сейчас со статиком вернусь. Вау. Но у меня маны почти нету. Я что, мне твоя мана? Я сейчас прибегу с маной. 6%. 11, 12. 20. Я гружусь. Дашка, ты слышишь? Это Дашка, ты спишь, что ли, да? Он там еще кошка фингерить успевает. Да. Давай. Нет, не хочет заехать. А зачем ты ловишь ветерок? У тебя же и так полная мана. Ну и что? Вообще-то не полная. Да. Но у меня есть ульта. Командуй, если что. Пришел, блядь. О! Погнали! Убил. Физ. Нет. Блядь. Мы этого не видели. Блядь, ну. Поймал. Трипл килл! Ты во что собираешься там, трипл килл? Сейчас, погоди, я еще и квадро сделаю. Нет, ладно, не буду делать. А че у меня статик не срабатывает? Без понятия. А у тебя прям уже статик? Да. Ни хитов, ни маны. Вроде бы сейчас сработал же. О, ебать! Ну, прости, братиш. Надо было, наверное, мне сдохнуть вместо тебя, да? Ты мне говоришь? Тебе. Ух ты, Жанна меня спасла! Ништяк! Кто-то обещал ману? Я ее уже потратил, вот этот скилл. Но у меня есть ульта, я все, что могу сделать. Опа. О, блядь, мисклик! Фраг все равно мой. Хил откатился, я могу кого-нибудь захилить. Ну, кажется, Данилу надо. Прибереги. Да. Чё, дайвим или как? А зачем? Успел. Ой, блядь, попался. 10 секунд ульты. 10 секунд ульта будет. Ну, уже, видимо, не надо.
Чё-то, Миша, мы, походу, не справились с нашей задачей. Грохнули. Ну, грохнули наших ребят. Тебя. Ничего, ничего, ничего. Да я сам виноват, подставился. Нормально всё делаем, нормально. Да ладно, нормально. Ой, нет. Блин. Как так? Слишком попал. А уже чисто урон идёт. А кому маны? Спасибо. А. Упс. О. Еще и живой. 9.25. Вот это их растоптали. У нас очень сильный пик. Угу. Дурак какой. Мама. Мама. Контроль у нас, конечно, просто жесть. Ага. Блять. О, идет. Простите. Так. Что-то мне пизда, походу. Миша, блин. Я не справился. Вот он точно играет за пьяницу, потому что он идет, знаешь, как типа на пофиг. Я ждал ульты. Я не дождался. Бери. Алло, алло. Алло, алло. Алло, алло. У меня лолец. Пытается переподключиться. Умер. Ты умер. Нет, ты умер. Жир пришел. Косяк. В Рамбла все ушло. Я поймал. Но мы, кажется, зря за ним бегали, Миша. Я не знаю, ребят, почему вы так делаете. Вы бросаете просто всех. Прости. Нет, не прощу. Я свое... Что я говорю, я сделал. Мне показалось, вы справляетесь. Они же были без меня. Без тебя. Все эти киллы без тебя. Дима. А зачем? Таня. А зачем ты даешь? Миша, надо уходить. Блять, Мунда. Потому что рядом никого больше не было. Блин, не успел. Ты как-то шел и повернулся. Я? Да. Я хотел застанить. Блять. Ты подерешься с ним. Ну они в жир идут и просто будут с жиром давить его. Ну а? Но мы жирнее. Спасибо. Летающий толстяк. Batman Rain. Аллилуйя, it's a Batman Rain. Hey. О. Блин.
Сейчас окончусь. Ич! Топить! Нет, не получилось, ладно. Топить! Да, ну ладно. Ну чё ты, ё-моё. Бум. Нет, зачем, зачем ты это делаешь? Зачем? Вот... вот ты опять продал Илью. Не-не, погоди. Тоже. Ну ладно. Да, он продал меня банально. Как себе планировалось же. Блять. Назад, назад, Миша. Так, а что можно купить, чтобы броню срезать? Last Whisper? Да ладно. Или лучше Кливер? Что лучше, Виспер или Кливер? Без понятия. Лучше Виспер. Ой, не-не, пардон. Спасибо, блять. Да ты сделай Анду и все. А, ты уже вышел. Да я уже ушел. Фух. Ух-ху-ху-ху-ху. Черт. Они не танкуют, эти двое просто бегут вперед и... Все. Блять, поэтому нормально, мы и умираем. Все нормально сейчас будет. Сейчас мы пройдем, блять. Это как танковая Моргана, да? Тоже все будет нормально. Нет. Фигово, конечно, что в него уливаемся, но что поделать. О, черт! Назад, Миша, Миша, назад. Если мы не соберемся коллективно и начнем драться, мы проебем. Да. Опа. Проблема в том, что у нас теперь четверо. Почему? Нету МФ, ну, МФ. Черт. В смысле черт? Мне дал скилл черт? Промазал я. Я подскочил. Да, блядь, не успел, прости. Все, маны нет. Совсем. Нам не нужны кэри. Люха, уходи оттуда. Ты мне нужен. Угу. Я пытаюсь. Убей их. Все, закончилось. Так, это никак теперь. Ну что. Да, она давно кончилась. Я сегодня связался. Хорошо. Я подстаю немножко, буквально 20 голды надо набить. 10. Ну правильно, у нас враги под тауэром. Да вот, все, все, чё-то. Чё ты такой прям? В атаку? В какую атаку? Заебал, блядь. Ты танк или где? Ладно, ладно. Вот видишь, сразу прям поймали этот момент.
Какой? Блять, ульту не прокачал. Не могу дотянуться. Контроля много, но его, видимо, недостаточно. Ну так надо же не нападать, а обороняться. Так ну, а мы что делаем? Надо, блядь. Ну тогда то я не вижу, что ты делаешь. А то вы не видите, что я умер, да? Мы к тебе бежали. Умер. К тебе с флеша вообще подъехали. А или мы как могли спасали от Мунда и от этого... Как его? К нам претензий сейчас нету. Ты же не помнишь, от кого ты меня спасал? Я не знаю, как его зовут. Ну, этот маленький, вонючий. Гуррен Лаганн. Вейгар. Нет. А, Рамбл. Рамбл. Данил сам сказал. Ну, типа, маленький, вонючий, я вспоминаю, Йордл. Не настолько маленький, не настолько вонючий, да? Ой. И меня разобрали. Всё. Ты бегают там вокруг меня. А все на откате, Данил. Все на откате. Ну без маски мы ничего не сделаем. Она была слишком полезной. Да, урона хорошо носила. Нормально, зато 800... теперь гейм интересный теперь стал. Мне 848 АП. Миша. Да, он нам тоже не нужен. В атаку. Миша. Бля, отступаем, что делать? Нас сейчас тут нам... Да ладно, мы же жесткие. Мы троица. Тринити. Миша. Все, я пришел. Ты что, пописать решил посредине игры? Они решили уже сдаваться я без тебя, прикинь. Как так можно? Ну, я и говорю. Потрачено. Мне. Ай, на ближайший. Ну, вот. Там нам ломают, правда. Но я держу, как могу. Все, меня убило. Ну это ГГ. Да не очень ГГ, блять, выигрышную партию отдали. Ну из-за того, что ливнула МФ-ка. Из-за того, что всю игру играет вчетвером. Еще у меня, оказывается, волосок в мышке. Сейчас я подойду. Ведь вот мы с Илюхой столько дамага нанесли. Столько дамага. Обидно. Я здесь.